Всем привет, ребята! Меня зовут Алмаз, и сегодня мы с вами поедем в поход с ночевкой. Со мной едет еще один человек, но о нем вы узнаете чуть позже. Я поведу тебя через дремучий лес. Это же наш лес будет. Нам ехать больше 20 километров. Мы торопились, но уже вечерело. По пути мы заехали в село Усады за продуктами. Пристегнули электровелосипеды возле велопарковки и пошли в магазин. После того, как мы вышли, я обнаружил, что ключей у меня от замка нет. Пришлось замок вскрывать. И мы потратили очень много времени. Блин, в ночь остались. Ну ладно, сейчас доедем. Мы проехали 22 километра. Песчаные ковали. Там же есть несколько озер. Мы долго искали место для палатки. Ну и потом мы решили перекусить. Всем доброе утро, друзья. Ну и как же без утреннего кофе? Точнее, капучино. Спасибо. Ну что, ребят, у нас утро. 7:35. Надо приготовить какой-нибудь... завтрак. Что у нас есть? У нас есть плита газовая, сковородка, грудка куриная, огурцы, помидоры, лук. Еще картофель фри брал. Будем готовить мясо. Затем картофель. Thank you.
А пока, ребята, я готовлю самый вкусный завтрак на природе, вы с Гульнарочкой прогуляйтесь по лесу, посмотрите, какие есть грибы. Вот масленок. Ему дня 3, наверное, начал задумываться. Посмотрим, какие еще тут грибы есть. Скорее всего, только маслята. Ну, правильно. Целая полянка престарелых маслят. Раз, два, три. Этим уже дней 5. В общем, недавно пошла... О, сыроежечка. Красивая такая. Ну, тоже уже к закату ее жизнь пошла. И еще грибы тут. Какие гамбаляр есть в нашем царстве-государстве. Должны быть, еще должны быть. Это тоже сыро... Тоже сыроежки. Тоже была красная сыроежка, скорее всего. Но она уже пошла в грибницу. Несколько дней стоит сухая погода. Вот они, сыроежки все. Стоит сухая погода, поэтому грибы сейчас тоже сухие, сушеные. Судя по всему, не червивые. А, нет, червивые наоборот. Для любителей грибов... Опа, что тут мелкое? Что это, интересно, мусор какой-то? Или кто-то тут вылезает? Давай, давай, родной. Ножик не взяла. Пойдем поближе. Кто ты? Яйцишка! Ты что выключаешься? Сыроежечка маленькая. Пусть живет дальше. Не будем беспокоить. Вот она еще нормальная пока. Но тоже скоро высохнет. Как только вылупится до конца. В общем, лес плодородный, но погода уже не та. Не грибная. Вот несколько дней назад ходили за грибами. Так, а вот это вот сейчас скажу. Это у нас что-то другое. А нет, это уже, к сожалению, высохло. Вот эти бугорочки. Вот они все. Да, высохли. И как всегда, конечно, мы не можем обойтись без даров природы от человека. Пачка. О, вот они, бугорки. То есть грибники, пожалуйста, тут наслаждение для тех, кто... Любят собирать сыроежки, причем и зеленые сыроежки есть, и красные, и, естественно, маслята. Маслят последние годы, потому что вот ящерка маленькая. Не знаю, успела она мне в камеру попасть, нет? Вот сосновый лес, хвойный лес. Время 8-9 час утра, уже жарко настолько, что жарко в футболке и шортах. Но есть оригиналы, которые все еще сидят в штанах и теплой кофте. Ну, забыл я взять шорты. Чего теперь? У костра сидят. Вообще-то плита газовая. Вот такие тут красота. Пока хватит. А там вон птички плавают в пруду. А это видео для девочек. Девчонки, смотрите, какая милота! Я, честно говоря, не знаю, что это за цветы. Вот их тут несколько. Но когда они раскроют свои бутоны, наверное, будет очень даже красиво. Вот. Нормально, обычно стандартная женщина разбирается в цветах. Я, к сожалению, не стандартная, я в грибах чуть больше понимаю. Вот. Но... Каждый цветок красив по-своему, поэтому давайте ценить каждый цветочек в нашей жизни. И желтенькие, и фиолетовенькие.
А вот это цветы моего детства. Красиво, красиво. И разбираюсь в цветах Виктории и земляники. Вот тут земляника. Ну, конечно, сейчас не сезон. А, как мне разбирать в цветах? Вот же. Тысячелистник. Тысячелистник. Клевер. Кстати, я люблю кушать клевер. Сейчас чуть-чуть позавтракаем. А то там до сих пор еще наши грибы не готовы. Вот. Что еще у нас есть? Цикорий. Вот. Красивые цветы с полезными корнями, стеблями. Подорожники. Пижма. Вот. Какие еще цветы я знаю? Ну, наверное, все. На этом мой запас знаний исчерпан. Что у нас дальше идет? Картофель? Картофель, грибы. Грибы тоже будем? Ну а зачем мы их пособирали? Собирали? Да. Вон же там лежат, за палаткой. Вот. Упаковали красиво, специально. Наклеечку наклеили. Будут выжариваться, но дальше покидать. Все, выкинули. А вот грибы, которые мы собрали. Мы их просто не донесли. Маслята. Хороший, классный, не червивый абсолютно. Шутка, конечно, не собирали, кто-то их выкинул. Зачем такие хорошие грибы были? Так, ребятушки, у нас тут уже... Горит? О, картофель целый. Я думал, превратился в этот фарш. Специальное. Лото. Номер 3. Кстати, можно, знаешь, какой лайфхак сделать? Сделать посерединке горку большую. Вот это, да, дело? Угу. В серединке центр. И вот этой чашечкой сверху, как крышкой, накрыть. Будет очень что-то такое. Есть другое предложение. Давай мы оставим, как есть, все. Просто почаще буду перемешивать. И... Угу. Нормально, думаю, да? Угу. А почему я лежа снимаю? Почему не стоя? Я имею в виду экран лежа. А что, надо так снимать, что ли? Да. Нет. Так умещается это, больше. Не тик-ток снимаем. Тактик. Жарко, ребят, вообще. Жарко, жарко. Я не знаю, как вы, а я уже давно переоделась. За кадром там полуголая женщина. Без трусов, в носках и в каске. Да. Кстати, без носок. Продолжаем снимать эксперимент. Вот так вот оставим все. Минут через 5 включимся, посмотрим, что получилось. Приятного аппетита. Завтрак руссо-туриста. Вот
еще один турист. Улетел. Нас товарищ Керосин попытался покушать ложкой. Нечаянно съел не то, что нужно было, не то, что приготовлено, а саму ложку надгрыз. Не виновата и я. Он сам пришел. Вкусно. Почему лучшие повара в мире мужчины? Я считаю то, что потому что они никогда не жалеют ингредиентов. Достаточное количество курицы, картошка, грибы и обязательно приправа. Как же приправа? И майонез. Кстати, до съемки все было без майонеза. Это исключительно для съемок пришел майонез. Так что так. Еще один кусочек. Во рту тает, а не в руках. Как мама говорила, ашапкара ульмасен жиарбус. Вот так, как-то так. Картошка готова. Все, употребляем. Даже грибы еще надо. Грибы отсюда. Грибочки красивые. Вкусно. Сейчас попробуем на вкус осу. Мяуса. Кыш. Мясо тоже готово. Ну что, все готово, все вкусно. Все? Лучше не снимать. Загрузились. Ребят, выезжаем потихоньку. Здесь чистота, порядок. Все оставили. Костер мы здесь не жгли. Это до нас было все. Все убрались. Мусор собрали. Все за собой. Ну, единственное, вот палка какая-то здесь остается. Вот я из посадки притащил.
Вау. И этот. Оставим, может, кому-то пригодится. Удочку сделают. Красиво поставим ее, как будто там рыбачит. Закинула? Ага. Клюет? Выдвигаемся сейчас вдоль леса, через столбище поедем. Гульнарочка-то дорогу уже знает. Вчера мы здесь ночью ехали, ребят, поэтому съемки не очень получились. Вот. Долго очень искали место. Здесь я был последний раз в 21 году. И здесь все было все по-другому. Было покрасивее как-то. Тут сейчас все заросли, камыши и так далее. Все заросло, блин. Думал, будет здесь красиво и так далее. Ну, так, более-менее место выбрали. С фонарем, с фарами искали, ходили. Да-да-да. По главной. Свежий воздух. Не зря песчаные ковали. Песок кругом. Опа. Опа. Гриб называется зонтик. Он съедобный. Маслята сдохшие. А зонтик это не мухомор, как некоторые думают, что белый мухомор. Пил-пил. Блин, классно в лесу вообще. Экшн? Экшн камера. Да-да-да. Я лучше так пойду. Да? Ну ладно. Доехали мы, ребят, до усад. Усады называется. До Казани остается примерно до дома, километров 12, наверное. Может, чуточку больше, 14. Здесь, конечно, тротуаров нету. Сейчас там дальше чуть дальше закончится уже. Приходится в некоторых местах по обочине ездить. Дома понастроили, а дорог и тротуаров нету. Спасибо. Самокатах.
Что говорить-то, я не знаю. Видишь? И все? Ребят, на этом закончим небольшое путешествие. Как вам, понравилось или нет, пишите комментарии. Подписывайтесь на телеграм-канал. WhatsApp уже, наверное, нет. Все ссылки будут в описании. Ну, наверное, на этом все. С Гульнарчиком мы прощаемся. Пока. Спасибо. Ага, this is finished. Подписывайтесь на телеграм-канал, ВК и Дзен. Все ссылки будут в описании под видео. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии. Всем пока.